Страх и наглость приведут к тому, что одно и то же будет делаться по многу раз. Это и убирает у человека везение. Поэтому в случае, если вы наглые, в случае, если вы вне очереди, в случае, если вы поверх людей, по людям, там еще как-то, знайте, одному человеку со временем дается одно, и он это одно тут же получает, везучий. А другому человеку дается один шаг вперед, три назад, один шаг вперед, три назад. За что так делают? За наглость. Быть наглым — это быть неуспешным. Я понимаю, что есть понятие, которое называется хуцпа. Это понятие, которое говорит о том, что человек наглый, он больше жизни может достигнуть. Но верьте мне, это неправда. Я знаю таких людей, которые всю жизнь были наглыми. Человек даже себя мог себе говорить, я не наглый, а просто очень целеустремленный. Нет, целеустремленность и наглость, оно два разных понятия. Таким образом, переставляя через людей, или переходя через людей, или не ставя людей ни во что, делая все нагло, или делая все через принцип или призму хуцпы, человек в дальнейшем может оказаться в ловушке того, что он может делать. Одно и то же дело с другим человеком, но только одному человеку будет даваться это дело с первого раза, там, подписать договор с одного раза, а этому человеку будут давать подписать договор там, с шестого, с десятого, с тридцатого, с сорокового. В этом и элементы невезения, потому что нельзя использовать наглость. Скажите, вам это было интересно?